Приготовили следующий торт, и я готова показать вам его разрез. Я его выровняла, вот. Ну, еще, конечно, верхнее выравнивание не застыло. Вот, сейчас покажу разрез, и после этого обязательно я его спрячу, ну, покажу, спрячу, и тогда уже выровняю окончательно. А пока что мы смотрим на его внутренний мир. Вот такая у нас красота. Сейчас еще он у меня не очень стабилизировался, должен еще хорошо выстояться в холодильнике. Слой у нас вишневый станет постабильней, и вот эти вот слои, ну, как бы тоже уплотнятся. Вот. И, естественно, оно добавит и сочности, и вкуса. Ну, и как бы сам по себе он очень нежный, просто нежнейший. Кокос с вишней. Вишню можно заменить на что-то другое, на любую другую ягоду, которая вам нравится. Это будет очень нежно, вкусно. Ну и как бы такой Рафаэлло, но с ягодной ноточкой. Белый шоколад у нас находится внутри в креме. Темный шоколад мы добавили в выравнивание. Вот. В общем, все соблюли, все вкусно, нежно и красиво.